Добрый день. Мы туристы, приехали из России и очень много путешествовали по миру. И, конечно, нам очень хотелось посмотреть, не просто отдохнуть на Канарских островах, а посмотреть остров Тенерифе. Мы познакомились в интернете с Константином, и он вот провел для нас экскурсию. Ну, здорово, конечно. Это было очень много интересного, необычных мест. Да. И Константин знает вот эти, как мы говорим, маленькие фишки, места, которых даже, наверное, во многих... Многие гиды не знают. Да, да. И во многих экскурсионных маршрутах нет. Поэтому, если соберетесь на Канары, то вот, пожалуйста... Очень рекомендуем. Да, рекомендуем. Отлично. Провели время и даже не заметили, как день пролетел. Да. Хотя опасались, что обзорная экскурсия, нужно, да, долго, что она будет очень длительной, и мы устанем. Но на самом деле очень быстро все пролетело. Время незаметно совершенно.